Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 570. Спешите, подчеркните разноспрягаемые глаголы, укажите их время, лицо, число, составьте простые и сложные предложения с глаголами-синонимами, данными в рамке. «Коль хочешь» – глагол настоящего времени, во втором лице, в единственном числе, «радости отчизне», «трудись, не покладая рук». Подчеркиваем разноспрягаемый глагол. Второе. «Кто хочет» – глагол стоит в настоящем времени, в третьем лице, в единственном числе. «Тот добьется» – добьется разделительный мягкий знак. Третье. «Мы не хотим» – не с глаголами пишем раздельно. Это глагол, который стоит в настоящем времени, в первом лице, во множественном числе. «Мы не хотим войны». Слова в рамке. «Хотеть», «желать», «стремиться», «жаждать». Выполним морфологический разбор слова «отчизне». Это существительное. Первое «чему» – «отчизне». Начальная форма «отчизна» к постоянным признакам относится, что это имя существительное собственное, неодушевленное, стоит в женском роде, в первом склонении, к непостоянным, стоит в дательном падеже в единственном числе. «Радости чему? Отчизне» – предложение является дополнением. Составим предложение из рамки с глаголами-синонимами. «Я хотел слушать музыку, но мама попросила помыть посуду». Сложное предложение. «Они желали добиться успеха». Простое. «Каждый может добиться высокого результата, если будет упорно к этому стремиться». «Я жаждал поехать на море, сестра хотела увидеть горы». Сложное. «Мы хотим взять у вас интервью». Простое. «Все стремились занять места поближе к сцене». Простое предложение. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Есть предложение или пожелание? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.